Всех приветствую на канале Михо. В прошлом видео я рассказал про систему флагов, и, можно сказать, я продолжаю уже в этом видео, расскажу про PvP в игре Ashes of Creation. Если сказать одним словом, то в игре Ashes of Creation будет абсолютно все. Когда я пересматриваю все заметки разработчиков, что будет и это, и то, и все, и вообще вот и так, прям страшно становится, как они хотят все это реализовать. Я не буду вдаваться в подробности про каждый вид PvP, хоть этих подробностей не так много, но все равно это займет очень много времени. Напоминаю, что игра находится еще в преальфе, все это может измениться, но на данный момент присутствуют следующие виды PvP. Первый — это арена, причем арены будут разного вида: 1 на 1, 3 на 3, 5 на 5, 20 на 20, 50 на 50, ну короче, они будут делать абсолютно все виды арен, которые потребуются игрокам. Также уже известно, что будет рейтинг, то есть будет некая лестница, ну как ладдер называют, рейтинг, там ММР, и возможно арены эти делиться будут как раз по этому самому рейтингу. Следующее, то что, наверное, вы уже знаете, это PvP вокруг караванов. Вы либо защитник, либо атакующий, можете воевать, не флагаясь. Третий вид PvP будет происходить во время осад. Причем осада бывает двух типов. Первый — это за замок, второй — это за ноды. Если за ноды воюют все игроки, независимо от того, состоите вы в гильдии или нет, и вы в зависимости от того, сколько внесли вклада в эту войнушку, в защите или в атаке, получаете в дальнейшем возможность, может быть, даже попасть в некое правительство, то за замки воюют только гильдии. Как строить эти замки, как они будут появляться и вообще сколько их, неизвестно. Известно только, что каждому замку приписано 3 ноды, которые не могут превысить 4 уровня. И в отличие от простых нодов, где участвовать в принятии решений может абсолютно любой игрок, эти 3 ноды относятся только к замку, то есть только гильдия, которая захватила замок, может распоряжаться абсолютно всем, что создается в этих нодах. Конечно, минус в том, что эти ноды, как я уже говорил, максимум могут подняться до 4 уровня, то есть даже не 5 и уж точно не мегаполиса. В любом случае, думаю, заруба за эти замки будет не шуточная. Все-таки доход с 3 нодов, пусть и 3 уровня, это не шутка, и это очень большой буст для любой гильдии. Следующий вид PvP — это PvP в открытом мире, и это очень круто, особенно учитывая, что систему флагов возьмут из линейки, и она очень удобная, как по мне. Можно сказать, что в PvP в открытом мире входят и клановые войны, то есть, скорее всего, это две гильдии будут кидать друг друга вары и, встречая друг друга в открытом мире, могут начинать сражаться без флага. И, наверное, последний вариант, где может происходить PvP, хотя, может быть, это чисто PvE событие, это битва за мировых боссов. То есть, когда появляются мировые боссы, возможно, будет присутствовать элемент PvP, кто начнет его бить. Ну а также в подземельях есть открытые подземелья, и тоже, возможно, будут появляться некие боссы, за которых надо будет драться. Я сказал, что это последний вид PvP, но, наверное, я ошибся, потому что упоминался еще один вид PvP, это битва за власть в ноде. То есть, если будет мегаполис с военным уклоном, то, скорее всего, придется драться за руководство в этом ноде. На данный момент это все известные виды PvP в игре Ashes of Creation, но, как видите, их очень много. А в следующем видео я расскажу про PvE аспекты, про PvE активности, которыми можем заниматься в игре. Всем спасибо, что смотрели, не забывайте подписываться на мой канал, на канал разработчиков, а также ссылочку в описании на их официальный Twitch. С 1 мая они 3 раза в неделю, если не ошибаюсь, понедельник, среда, пятница, будут транслировать геймплей из игры, так что не пропускайте. Всем пока!